закрывает зону сейчас Григорий Панин. Сохраняет шайбу для партнеров. Вот борьба сейчас за нейтральные шайбы ведется. И Сулава достаточно конкурентоспособно здесь выглядит на территории соперника. Ух ты! Какая момент! Ошибка. Ух ты! Елизаров. Ух ты и ох ты! Елизаров, молодой. И ведь у Варнакова бросочек-то будет здоров, подходящий. Плотный здесь бросок из позиции, удобный для атаки. Здесь Елизаров на ровном месте вот теряет шайбу, перебирая ее. 19 лет парню, немного игрового времени. Талантливый, безусловно. Но в такие моменты игры здесь важно, крайне да нормально, надежный. Да? Нормально, Александр. Ну, нормально, ну, потому что Скривенс хорош. Все ошибались. Нет, все понятно, ошибались, но был бы виноват, хорошо, переживал бы, проплакал. Да я в хорошем смысле, но он должен делать свои ошибки. Знаешь, я как-то вот комментирую Кубок мира 2004 года.